Сегодня школьник, а завтра абитуриент. Именно так можно сказать о ребятах, которые в понедельник сдали последний школьный экзамен и сейчас активно готовятся к выпускному вечеру. В прошлом году у учащихся 9 и 11 классов возможности встретить свой первый рассвет взрослой жизни и провести вечер в компании одноклассников не было. Серьезные коррективы в планы молодежи внесла пандемия. Противоэпидемические меры никуда не ушли, и сейчас актуальным остается антисептика рук, социальная дистанция в 1,5 метра и индивидуальные средства защиты. Но вместе с этим в текущем году отменять праздник для школьников не станут. Выпускные вечера пройдут в штатном режиме, но при соблюдении рекомендаций эпидемиологов. На сегодняшний день у нас выпускается 11 классов порядком 2100 учащихся и 9 классы это 3500 учащихся. Меры ограничения, конечно же, это социальная дистанция, это вручение аттестатов, рассадка в актовых залах. По возможности, если будет возможность, мероприятия пройдут в формате улицы, во внутренних двориках. Но тоже максимально будем стараться соблюдать все санитарные необходимые нормы. Пройдут выпускные вечера у школьников 10 июня. Торжественные мероприятия в этот день в городе начнутся с 8 часов вечера и завершатся в 23:00. Помимо этого, на базе своих учреждений образования для выпускников будут организованы дискотеки и традиционная встреча рассвета. А вот для родителей будущих абитуриентов в этом году введено несколько ограничений. Количество дежурных на базах школ будет уменьшено, чтобы не допускать массового скопления людей. Ну а те родители, кто все же будут дежурить, должны соблюдать все противоэпидемические меры.